Маркетологи озвучили ценовую ситуацию продуктов питания. Согласно последнему обзору, розничная цена на муку первого сорта в сравнении с прошлым годом повысилась на 40%. Макаронные изделия – на 14%, а сахар-песок – на 15%. Подорожала даже соль на 21%, а корочка куриные стали дороже на 11%. Их цена сегодня составляет 650 тенге за килограмм. Мясо кур же подорожало на 29%. На мясную продукцию цены за аналогичный период прошлого года по состоянию на 18 ноября 2013 и 2014 года изменились незначительно. Розничные цены на говядину и баранину составляют 1100 и 1125 тенге соответственно за 1 килограмм продукции. Процент повышения составил на говядину 5% и на баранину 7%. Гречневая крупа, как уже известно, в цене выросла. В среднем ее килограмм сейчас стоит 210 тенге. Отмечено повышение на 62%. Цены на товары молочной группы также изменились. К примеру, цена на молоко повысилась на 11%, сливочного масла на 29%. Средняя цена на творог составляет 720 тенге за килограмм. Подорожали и твердые сыры на 35%. В частности, капуста подорожала на 53% и составляет сейчас 75 тенге за килограмм. Картофель и лук репчатый повысились на 45 и 46% соответственно и составляют в среднем по рынкам 84 и 95 тенге соответственно. Морковь повысилась в цене на 31%. Ее цена сейчас в среднем составляет 85 тенге за килограмм. Свекла подорожала на 12%. Что касается фруктов, то здесь, отмечают маркетологи, также зафиксировано значительное подорожание в сравнении с прошлым годом. Например, лимоны подорожали на 50%, и цена их сегодня составила в среднем 650 тенге за килограмм. Яблоки и бананы повысились на 19%. При этом есть и подешевевшая продукция. За прошедший период наблюдается снижение цен на куриное яйцо на 15%. Десяток яиц в Кустанае стоит в среднем 180 тенге. Сакен Нурмуханов и Татьяна Калюшная, РТН.